Всем привет! В этих видео мы коротко рассмотрим несколько альтернатив сборника сухих тромбон в джазе. Сегодняшний сборник — это новогодняя или рождественская альтернатива тромбону в джазе. Название сборника — Cello Christmas Book Габриэля Кёпина. Это книга с 30 популярными рождественскими песнями в современных аранжировках. Сборник рассчитан для одной или двух виолончелей. Или от 1 до 4 тромбонов. И есть, кроме аккордовых последовательностей и аудиофайлов с минусами, выписанные ноты фортепиано ad libitum. Сборник был опубликован издательством Shot. Он также содержит предложения для импровизации, чтобы сделать рождественское музицирование еще более увлекательным в классе и дома. Предложения имеются в виду именно выписанные транскрипции соло, или лад для импровизации, или то и другое. Все соло короткие и несложные, но есть высокий регистр, скажем, как минимум для первого или второго курса музучилища. Несмотря на то, что книга для виолончелей, ноты прекрасно подходят для тромбона. Это виолончельные дуэты, это значит, в некоторых номерах появляется многоголосие, то можно по ходу дела превратить их в тромбоновое трио или квартеты. Но это все не обязательно. Сама мелодия и соло выписаны отдельно.